Torch Web Browser. Приветствую всех. Предлагаю вашему вниманию браузер на основе Chromium, который позволяет быстро обмениваться контентом в социальных сетях. Торрент-клиент имеет, позволяет скачивать аудио-видео файлы с YouTube. Это официальный сайт браузера, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Нажимаем Download, сохраняем. Скачался установщик, закрываем браузер, запускаем двумя кликами установщик, запустить. Верхнюю галочку снимаем, браузер по умолчанию, иконку на рабочем столе оставляем, Next. Здесь предлагает сделать Torch Torrent приложение по умолчанию, галочку снимаем. Открыть видео с Torch, тоже снимаем галочку, Finish. Открывается браузер, открывается вот такое окно, добро пожаловать на Start Me. Давайте настраивать, это не займет много времени. Импортировать закладки, она уже импортировала, я видел, другого браузера. Самостоятельно, страница новой вкладки, создать учетную запись, нажимаем Next, напишите ваше имя, в общем, крестик закрываем. Здесь дисплей на русском, закрываем. Нажимаем восклицательный знак, здесь как в Chrome, настройки. При запуске открывать новую вкладку можно, ранее открытые вкладки и заданные страницы. Можно добавить, сюда ввести URL, который вам нужен, можно скопировать, сюда ввести, выбрать тему можно, ну вот такую классическую синюю тему, допустим, нажимаем. Установить. Все, тема установлена. Закрываем. Смотрим настройки дальше. Показывать главная страница можно убрать. Панель закладок по желанию. Поиск можно выбрать. Google, Яндекс. Показать дополнительные настройки внизу нажимаем. Размер шрифта покрупнее можно поставить. Скачанные файлы. Нужно выбрать путь, куда скачивать. Папку. Нужно галочку поставить, всегда указывать место для скачивания. Выполнение фоновых приложений после закрытия. Я снимаю галочку. Расширение нажимаем. Google презентации. Снимаем галочку. Таблицы. Снимаем галочку. Документы. Снимаем галочку. Оферы. Снимаем галочку. Документы Google снимаем. Все снимаем. Если мы нажмем еще расширение, можно будет выбрать дополнительное расширение для браузера. Здесь игры. Torch Games. Нажимаем. И можно выбирать все игры. Выбирать игрушки. Здесь музыка. Torch Music. Здесь музыка. Torch Music. Загрузчик медиафайлов, торрент выключенный для скачивания торрентов. И вот мы на YouTube, допустим, смотрим видео, и здесь вот предлагает уже скачивать. Нажимаем MP4 видео, сохранить, выбираем, куда сохранять, и сохраняем, скачиваем. Открываем браузер. И здесь установились вот значок браузера. Этот установщик мы удаляем. Free game, игры, музыка, браузер. Старт. Старт пульсион какой-то. Откроем реванинсталлер для удаления программ. Посмотрим, установились они отдельно или нет эти программы. Torch. Браузер. И все. Больше ничего не установилось. Это мы удаляем. Игры по желанию, музыка по желанию. Музыка кликаем. Откроется браузер на странице с музыкой. Закрываем. Значит, удаляем и музыку. Просто удаляем. Игры тоже можно с браузера.
Этот ярлык тоже удаляем. Оставляем только вот Torch браузер. Запускаем. Музыку и игры можно отсюда нажимать. После установки браузера я потом проверил систему на вирусы программой Zimane Anti-Malware. Компьютер чист, вирусов нет. Просто браузер создает дополнительные ярлыки, те же ярлыки, которые в браузере. В принципе, все. Пишите отзывы об этом браузере, замечания, пожелания, вопросы. Пишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо, всего доброго, удачи, до свидания.